Если вам не безразлична жизнь окружающих, и вы не хотите стоять, как не знаю кто, когда произойдет, допустим, какой-нибудь теракт или какой-нибудь несчастный случай, и не знаю, как оказать первую помощь, то советую посетить эти курсы, обучиться. Один раз все равно мало, ты понимаешь на практике, что надо это делать еще. Этот навык надо закреплять, то есть ты получил этот навык, но его дальше надо закреплять. Если этим, грубо говоря, не заниматься долгое время, он навык пропадает, поэтому периодически надо приезжать, его освежать и пользоваться вот такой прекрасной возможностью бесплатно по повтору. О самом Евиче я узнал больше года назад из различных других проектов. Я являюсь, скажем так, выпускником первого набора, который он проводил в Москве более года назад. Продвижение гигантское, я скажу честно. Улучшилась материальная часть, улучшились, соответственно, способы и приемы, которые дает Евич при эвакуации раненых, при наложении жгутов. А также совершенно новые, скажем, разработки, которых ранее не существовало и которые он не давал своему первому и второму набору. Скажем так, я обычная офисная крыса, но в свободное время занимаюсь и ножевым боем, какими-то темами, которые, что называется сейчас модно говорить, выживание. Сам параллельно отучился в Красном Кресте, преподаю первую помощь. Попал сюда, просто знакомые скинули сайт, сказали, вот интересная тема, может быть, нужно будет как-нибудь сходить. Я зашел на сайт, нашел там методичку, которую Юрий Юрьевич, собственно, написал. Приехал к нему, мы с ним познакомились, поговорили, он пригласил на интенсив, и, собственно, я здесь. Прекрасные впечатления, на самом деле. Мне есть чем сравнивать, кучу тренингов я проходил, и по тактике, и по медицине, и прочему. То, что происходит здесь, скажем так, это самое адекватное. Весь комплекс того, что здесь преподается, это все самое необходимое. Здесь нет лишней воды, и материал максимально нужный, максимально необходимый. То, что здесь получается, у нас есть теория и есть практика. Теория дается вот столько, сколько нужно, без лишнего. На практике все это отрабатывается сначала, грубо говоря, какой-то в игровой простой форме, потом это идет усложнение, мы отрабатываем практически уже боевые ситуации. Мало где так происходит, я нигде не вижу, скажем так. Какие-то урывки там, да, наблюдал, но такой комплекс я нигде не встречал, и мне нравится реально. Впечатления потрясающие, честно, даже не покамест не в состоянии их охватить и переварить. Буквально за 3 дня я получил очень много информации, полезной. Начальная информация о том, какие медикаменты используются, увидел, какие бывают ранения, как они перевязываются, как спасать, выносить на себе раненых. И все это испытал на практике на себе. Под управлением, под руководством замечательнейших специалистов. Познакомился с ребятами. Прочувствовали на себе всю взаимопомощь, взаимовыручку, всю тяжесть этого всего. Без психологической подготовки нельзя совершить никакого действия в принципе. Тем более в случае стресса, если тот человек теряется. Он может 100 раз какой-то навык отрабатывать дома, чуть маленький стресс, до свидания, его нет. Здесь хороший практический аспект, да, то есть, казалось бы, наложение жгута. Вроде бы легкое дело, да, кому скажи, наложи жгут. А оказалось, не так просто, там куча нюансов, более того. В таком деле требуется практика, именно попробовать самому не один раз наложить жгут, чтобы когда понадобится применить этот навык, ты мог его сделать так, как надо, и спасти человека жизнь.